Я над Инди Бомбермана заигрывала просто до смерти. С ним и всей семьей в него играли. Пиу-пиу-пиу-пиу. Давайте, нормальная игра. Ага. Оу. Оу. Это что, не тот Бомберман, которого я помню? А, не тот. Ух ты! Какая милота! Давай, зайка, пока. Блин, он такой миленький, как его бить вообще? Здесь еще и время есть, девочки. О! Я могу теперь две бомбы ставить, ё-моё. Всё. Хэ. Ушла, зараза. Все, уничтожили. Ой, зайку выпускать или что вот это такое? О, 800 баллов дали. А вот эту штуку тоже нужно подорвать на всех вот этих. Или нет? И интересно. Такого Бомберманыча я не играла. Так, где мне лучше здесь этого подорвать? Вот здесь подорву. Ой, а чё эта штука? Не поняла. Гадина. А, как-то с... А, нет, всё. Так, надо побыстрее ускоряться. Это у нас... Времечко поджимает. А это чё штука? Чё она? Сложу её динамитом. Ладно, ничего. Я должна зачистить территорию или... Давай, давай, маши там. Всё! Зачищено! О, монетки, монетки, монетки! Ёшкин кот, я ж не знала, что здесь так... За что же вы так за мной? Мне теперь эти несобранные монетки будут сниться. Блин, интересный Бомберман на Сеге. Прямо очень. Посмотрели, полюбовались, что здесь произойдет. Сейчас посмотрим, что это, что он делает. Ага, понятно, уровень. Так, ну я здесь сохранюсь. И потом еще куда-нибудь вернусь, быть может.